Боже, что я вижу? Поднялся по Андреевскому спуску, а тут такой сюрприз. Проня Прокоповна, свирепел Свирип Петрович, даже улыбается, глядя на его лицо. Привет, Свирип Петрович. Мы лишены были общения почти 2 года. Боже. Наконец-то убрали эти ужасные мешки. Они, наверное, немножко почистили бронзу, или ей с ней ничего не случилось. Чуть-чуть позеленело, но это и даже к лицу. Патина приятная. Я тут часто ездил мимо этой горы мешков с песком. И мне в голову приходили разные символические смыслы этой композиции. И это меня очень потешило. Вот художник создает образы. Может, он даже сам не знает, как они могут быть интерпретированы. Художник может быть даже сам меньше, чем собственное произведение. А все потому, что в дело вмешивается муза. Она снисходит на художника. И рождаются такие прекрасные вещи. А потом уходит. Почешем. Жуку крылышки. Бронза теплая, почти горячая. День сегодня отменный. Сегодня 24-е, наверное, число. 24-е число. Сентября. Время послеобеденное. Сколько торжества? Сколько торжества? Триумф. Ну все, теперь все подруги умрут от зависти. Такого жениха хватило, такого жениха, сидела. И... какого красавца! Умного, богатого, образцованного, боже. Все умрут от зависти. Все. Ни у кого такого нет. Отломали немножко. Вот. Кусочек стебелька плюща, он так вот сгибался. Вандалы, обычный такой плющ. Это на задворках. Свирип Петрович, как же ты пробирался, чтоб тебя не схватили. Последний момент. Даже он порвал бедную штанину. Чтоб тебя взаимодавцы не арестовали. Или кто там уже за тобой охотился? Ты же уже был в розыске. Пристав, наверное, уже там выглядывал тебя, чтобы отправить в долговую тюрьму. Ножницы, ножницы. Ножницы на лицо.
Перстень? Короче, я такого не нашел. Перстень, оказывается, и держит еще что-то. Это он держал, наверное, видишь, поломали. Тросточку держал. Тросточка у него тут была. Поломали тросточку. А перстень я такой... Хорошо, хоть перстень не сняли. О, да, это точно. И костюм. А то однажды придем, представляете? Ни перстня, ни костюма. Непристойность будет, да? Придется прикрыть. На каждом пальчике, кроме большого, да? Веер еще. Боже. Парижская мода, браслетов сколько. Перчатка, да? Нет. Ну да. Это все-таки перчатка, но такая, которая открывает большой палец и... Полуперчатка, я не знаю, как называется предмет одежды. Но он не покрывает пальцы. Не буду касаться, это неприлично. Это уже так. Местная фантазия, местный дизайнер уже тут был. Два банта пришпили. Корсет. Тогда тоже были дизайнеры, как и сейчас. Ах. Но больше всего вот этот момент торжества. Но и он еще же не муж, правда, проговорил, но еще только жених. Уже, правда, близко момент бракосочетания, но он может не состояться. Мне иногда в голову приходит, что вот эта Украина – это Европа. Европа, конечно, пылко сватывалась, а Украина уже почти-почти вошла в законную связь. Приблизительно вот так вот все это выглядело. Оставалась только секунда, ну никак наш жених не решался сделать окончательное предложение, чтобы уже все, уже рука и сердце, что-то всегда... Как-то вот он отступал в последний момент, хотя говорил, что любит, страшно любит, но отступал все время, отступал. Что-то у него было такое на уме. Там глаза косит. Вот так вот как-то, вроде все. Сердце шкварчит, а глаза на сторону. На сторону. Да. Как бы я женюсь, конечно, на тебе. Ну давай еще чуть-чуть подождем. Пока это приданное. Пока там это приданное. Собирай сундуки. А я тут тоже приготовлю со своей стороны. И все. И свадьба. Хотела съездить на Дитинец, но уже поехал по Десятинной, ладно. Пока ехал по Десятинной, подумал. Нужно определить сюжет этой, на самом деле, драмы. Я имею в виду «За двумя зайцами». Сюжет этой драмы краткой формулой.
Я тебя любила. Я думала, что это шкварчит твое сердце. А это шкварчало. Твоя папироска. Пошел в бум, цирюльник. Сегодня понедельник. Будний день. Да, тут у них хорошо. Костёл в порядке содержит. Жалко, что закрыт Мариинский парк. Да вот сейчас хорошо. Я приехал в университетский скверик.
его-то закрыто, да? Так, его-то замок закрыт. Это стеклочки есть, знаешь? Сколько их? Сколько подало? Никогда их не пробовал. Потрясу тебя свеженько. Почти. Почти поймал. Освежает. Горько-кислая. О, прелесть. Душа. Ну, это маленький. Совсем. Здесь много каштанов. Кендрайский просто. Я в прогулочном темпе еду, можно сказать, почти хожу пешком. А если такое определение подойдет к велосипеду? Куча ужасов, скреблю лист. Красиво у него. Даже здесь какой-то такой розовый оттенок, но он на солнце только просматривается. Неуловимое присутствие розового. Вот из этого места хорошо понять границы старого города, укрепленного, древнего. Вот сюда спуск на площадь Толстого идет. Вот сюда, на улицу Саксаганского. Улица Владимирская туда спускается. Вот туда спуск по улице Льва Толстого. Ну, тоже на Саксаганского. Она внизу идет и поворачивает вдоль края горы, вдоль подола горы. За спиной у нас Крещатик, это низина. Там он идет параллельно Владимирской, можно сказать. Там Саксаганского тоже низина. Там Днепр тоже низина. Кимские холмы и Днепр. И там впереди, чуть правее, будет площадь Победы. Тоже низина. Где-то здесь были древние валы. Может, чуть отодвинуты влево. И, наверное, они, возможно, проходили по университетскому успеху, где мы сейчас ездили. Месяц заедем. Сюда. Посмотрим на спуск. Он здесь тоже немалый. Или лучше на Ботаническую, Никольско-Ботаническую съездим. Мы сейчас развернемся. Конечно, не очень крутой, но и не совсем пологий.
Он длинный очень. На самом деле большой. Да, тут налево же яр, в котором располагается ботанический сад. Значит, граница старого города, возможно, была сдвинута к бульвару Шевченко, который за яром. Вот так. Скорее всего. А может быть и здесь впереди, ну вряд ли. Вот мы выезжаем на Никольско-Ботаническую. Упс. Вот здесь вот, кажется, в этом дворе был музей Грушевского. Вот бутынок номер 9 во дворе. Это музей Грушевского, точно. Давненько я не посещал это место. В 10-е годы 20 века, то есть до Первой мировой войны, поддался всеобщему ажиотажу покупать недвижимость. Считалось, что она будет очень доходным в ближайшие годы. Но история внесла коррективы. Я имею в виду сдача в найм недвижимости, потому что она строилась и покупалась для сдачи в найм. Пройдемся здесь немного. И может свести с велосипедом. Здесь дом Грушевского. Он в нем и свои апартаменты имел. Помимо того, что сдавал комнаты швейцарам. Тут старый дом какой-то. Тоже старый. Нам надо двор зайти, чтобы сверху или сбоку увидеть дом Грушевского. Я ошибся. Да, выехал тот же двор через другой подъезд. Закрываю.
подняться. Еще один двор. Ну, гаражи скрыли все от нас. Ой. Так. Пытаемся объехать. Так, я нашел правильный заезд. Павел Павлик. Против вот этого красивого дома. А, да, даже не этот, это еще выше. Он совсем рядом. Вот в этом доме заезд нужный. Вот против этого места. Решеткой виден дом Грушевского. Доброго дня. Доброго дня. Хочу посмотреть чуть-чуть дом Грушевского и выеду. Мне хорошо? Не треба. Не треба? Ні. Добре. Розвертай. Можна з'їхати з тої сторони. З тої можна заїхати? Ага, дякую. Заїдь, стой. Есть заезд. Вот и отлично. В соседнем доме. С той стороны это откуда? Куда же это с той стороны? Вот отсюда, что ли? Как ты? Как здесь пройти? Никакого, точно. Ага. Это мы соединили переходом по уровню второго этажа. А под переходом забор. Разве что вот здесь направо есть глаз. Нет. С той стороны он имел в виду, видимо, это там, где мы были уже. Ну и ладно. То есть улица Никольско-Ботаническая. Спустился я с Паньковской, с этих холмов, еду домой. Кончились аккумуляторы у меня. Так что... Неожиданно пришлось прекратить съемку.
Вот это, наверное, благотворительная еда. Это возвращает через Бабия. Здравствуйте. А когда привезут еду? Не знаю. Обещали, да? Они вообще сейчас стали к полседьмого являться. А как часто они возят? Понедельник. Спасибо большое. Хорошо. Должны быть 18.00. Ага. Они всегда опаздывают. Хорошего дня. Чтобы приятно закончить видео, решила заскочить в Царецкий Гай. Энергии там совсем на дне осталось в аккумуляторе. Сейчас все ворвется. Ну красиво. Как красиво. Второй день так езжу. Ну сразу второй сюда заезжаю.